хотя бы тренажером запастись. Полчаса прошел. Завтра попробую замотать сенаж, потом снова дожди. Так, у нас небольшой плановый ремонт. Что-то то ли трава жесткая, то ли что. Один раз выехал, гектар, наверное, 5-6 косил. У меня, блин. Сейчас где-то вот. Сегменты таких штук 6, вон 3 только здесь, а и там, наверное, штуки 3 или 4. Да, Федь? Федь? А Федя? Виталий. Федот. Ну и плановый ремонт, шайтан башка. Вот лоханулся, блядь, не взял сальники, потому что я даже не знал ни устройства, ни херочества, какой там чё-то, что там такое у них есть, и не посмотрел, дурак. Не знаю, ставить, не ставить, там манжеты-то стоят, вроде бы держат, а нижний вон совсем разваленный был. Верхний более-менее было, обойма целая. Но низ и болтался, я уже видел его. Да сейчас, сейчас поменяем, посмотрим, что будет. А, подшипники скажу. Подшипники купил в магазине, в Агроснабе простом. Вот такой. Ну, правда, поискал, но есть они в наличии, то есть без проблем. Сейчас возьму солидол только. Смазку и... Поставлю. Так, из пистолета, наверное, возьму. Там, потому что он не до конца тубу выбирает. Сейчас. Не заклепать будет, второй надо снимать, да? Виталь? Да. Надо будет снимать его. Сейчас, ладно, все. Смотрим. Так, нижний я уже поставил, сейчас верхний тубу попробую. Бим помогает. Так, нижний уже все стянул, правда, надо там болты тоже поменять, а то как немцы остались, так русские немцы и поставили 16 и 17 болт, родные здесь 16. Ладно, я попробую, неудобно здесь, только удобно однорукому еще нанимать, чтобы он стоял с камерой. Так, ну вот пластина регулировочная. Не знаю, сейчас попробую тянуть. Что будет? А, отсюда сейчас выковыривает. Смазку поставлю другую. А так все, я его вон поставил. Это, блядь, море. Вот. Сейчас посмотрим, как что выйдет. Ладно. Так, ну что, шайтан башку. Подшипники поменял. Хорошо брать на 16. Была головка. Так что как-то вот так вот. Ну все вроде. А, Виталик тут еще разбирал. Ни хрена. Ни хрена. Ты ее особо-то не ляпай, там под шайбу еще под ней на. Во-во, так и положи туда взад. Дальше продолжаем ремонт вот сюда. И говорю, то ли палки, то ли... Чё, вот. Вот такая херня.
переклепывать бесполезно, то есть доклепать невозможно, потому что внутри вот так вот разбил его, клепка уже не держит, его только срезать и менять или заново его переклепать. Так что как-то вот так он сейчас срежем его, переклепаем, пока я еще ворошу, Виталик их соберет и поедем косить. Косить.